Всем привет! Я снова в своей теплице и, может быть, уже немножко вам поднадоела, но все же хочу ответить на вопрос, что моя теплица? Первое, она не отапливается, неотапливаемая совершенно из поликарбоната, то есть такая стандартная 6х3, наверное, почти у всех такие есть, ну, кому они нужны, если кто-то что-то выращивает. Далее, у меня здесь нету никакой подсветки света, вот совершенно. Третье, у меня не подведена в теплицу вода. Ну, вот это огромный минус, я считаю. Все-таки удобнее что-то выращивать, зачем-то ухаживать, когда здесь была бы постоянно вода. Вода у меня на улице. Сюда ношу в лейках, ну, или запускаю шланг по-разному. Это моя розочка Lovely Fairy. Красиво нарастает, согласитесь, зелененькая, такая приятно смотреть. Я замучила вас своей теплицей, но все же у нас ночью было минус 8 градусов, и на самом деле в моем зимнем бассейне вода замерзла на улице, там стоит вода, не уходит, замерзла, просто лед. А в моей теплице, ну вот солнце появилось, сейчас сколько времени, сейчас посмотрим, так, 10 утра, ну уже солнышко есть, да, и у меня в теплице плюс 20 градусов. Тепло. Вода, которая была у меня в теплице, в лейке, ну, не замерзла, можно сказать. Там покрылась маленькой тоненькой корочкой льда и всего-то. Дальше хочу показать вам. Я уже-то заглянула, я спокойная. Вот так я укрывала свои зеленые черенки метельчатой гортензии. Ну и смотрите, минус 8. Минус 8, никакого отопления, еще раз повторюсь, нету. Как выглядят мои гортензии? Неплохо, согласитесь. Зелененькие, все хорошо, все отлично. Здесь под этой тканью как-то очень тепло, вот правда. Смотрите, вот испарено, все стаканчики запотели, там влага. И те, которые без стаканчиков, вот, также стоят хорошие зелененькие. Все это было накрыто на полке, я так и не опустила, все хорошо, переночевала. Далее у нас минусовые температуры, опять там через неделю обещают какие-то, ну, средние, минус 1, минус 2, минус 3, это вообще уже не страшно. Вот самое страшное были, это когда минус 12, вот минус 8 сегодня. Все хорошо. А вчера я пересадила вот в такой кашпо, где у меня не прижилась красная розочка почвопокровная. Я посадила ландлуст. Вот так. Ну, прикрыла, конечно, баночкой вот такой пластмассовой, так как все-таки только посадила. Плюс ночью передают заморозки. Ну, думаю, чтобы все было хорошо, накрыла. Смотрите, она практически не заметила пересадки. Это вот я из грунта, из тепличного. То есть это листики все этого уже года. Вот такие зелененькие бурные побеги. Видите, уже два начинает расти. Ну и вот так вот я баночкой прикрыла. Переночевала, отлично, все хорошо. Вот так выглядят мои розы. Это маленькие Lovely Fairy. Что-то они тормозят, ну сейчас поменяется погода, будет тепло, и все быстренько стартанет в рост. Ну, вот такие дела, друзья, в теплице. Все хорошо, ничего не замерзло, и гортензии мои зелененькими почками, все хорошо. Ждем, когда растает уже снег, и мы начнем заниматься садово-огородными делами. А я хочу показать вам вот на самом деле, что в моем бассейне делается. Вот 10 утра. Смотрите, какой лед. Ой, вот, вот. Я даже, да, могу стоять. То есть представьте, как на улице все замерзло. Как холодно. А теплица, все-таки она нагревается. Земля теплая. Она дышит и ночью. В теплице совершенно другая температура, и растения чувствуют там себя комфортно. Для растений теплица — это находка. Я не знаю, что бы я без нее делала. Я даже думала когда-то, если что-то вот с поликарбонатной моей теплицей случится, ну, он портится,
вот портится и очень быстро, ну, мне, наверное, везет. Или я хорошо за своей теплицей ухаживаю, она живет у меня уже с какого-то 16-го года, то есть очень давно. Я думала, если вот-вот поликарбонат испортится, то я накрою стеклом, сделаю стеклянную теплицу. Ну, наверное, стеклянная так тепло держать не будет, как поликарбонатная. Она быстро нагревается, может быть, быстро и остывает, но земля, которая нагрелась, она держит тепло. Вот такое солнце с утра, поют птицы. Это мои смарагды. Кажется, что они такие какие-то желтые, салатовые. Ну, это просто на фоне снега и яркого солнца. Так они просто зеленые. Все, друзья, всем хорошего дня. До встречи.